Ровно год назад сначала в Измаиле и Рени, а затем в селах Ренийского района открылись курсы компьютерной грамотности для лиц пенсионного возраста. Проект назвали «Университет третьего возраста. Окно в мир». Его организатором выступила общественная организация «Территория деловых людей». За прошедший год навыком работы с компьютером в Придунавье овладело около 200 лиц старшего возраста, в том числе в Измаиле 170 человек. А очередь желающих стать слушателями университета уже превысила 230 человек. С целью решения этой проблемы уже совсем скоро такие же факультеты распахнут свои двери в поселке Суворово, а также селах Каменка и Утконосовка Измаильского района. 8 июля состоялся 4-й выпуск измаильских слушателей. 45 выпускникам были вручены сертификаты об успешном окончании курсов и мультимедийные обучающие компьютерные программы. А затем, согласно доброй университетской традиции, свои инновационные идеи аудитории представили 6 наиболее активных выпускников. О содержании их проектов легко судить по названиям. «Хлеб всему голова», «О традициях домашнего хлебопечения», «Отдай с чистым сердцем и получи во 100 раз больше», «Организация вещевой помощи одиноким престарелым людям», «Проект озеленения города», «Волшебный мир вышивки», «Бессарабское застолье», «Проект создания сайта для любителей готовить». И предыдущий опыт убеждает, все они будут воплощены в жизнь. Игорь Огнев, веб-студия «Курьер».